Ну что ж, приступим к прохождению последнего уровня Skyroll. Смотрите-ка, там есть музыкальный висп. Наш любимый, господи. Наш самый любимый висп, да. Ну, ботинок. Эпичная кат-сцена. Зеленую жижу продолжают отсасывать. Эмми. Это все очень плохо, Соник. Ты не пришел на свидание. И зеленая жижа захватила мир. Все, я так больше не могу. Мы расстаемся. Прости. Эмми, Наклз, послушай. Какая трагедия. Тебя все бросили. Так что повторю свое предложение. Пошли на свидание. Эй, подожди, я согласен. Все лучше, чем быть одиночкой. Ух ты, ничего себе, какая серьезная музыка. И какая серьезная локация. Снова у нас 2D геймплей. Свинки из первой части. Классический бэдник. Можно уже не считать, что это дойка ностальгии, потому что это просто классический бэдник. Ну что, побежали? А то у нас время закончится. Прикольно сделали. Там что, пропасть, что ли? Мне нужно забраться здесь. Да в смысле? Да как? Я что-то забыла, как забираться-то. Может, нужно какой-нибудь спин-дэш делать, а? Вот такой хоминг атаки должен быть. Да я могла и там как бы забраться. Здесь вариативность какая-то в прохождении. Так, а где спин-дэш, а? Так, я смогу собрать ее? Да почему прыжок-то не сработал? Я же хотела забраться наверх. Рыжок, ты чего? Рыжок, работай. Хоумик тоже работает. Так, а если мы попробуем здесь забраться? Я не знаю, как этим пользоваться. Ладно, у меня, походу, не получится. Я не знаю, как здесь правильно забираться на уступы. А там красная звезда, между прочим. А как мне собрать эту нафиг ненужную красную звездочку, а? Блин, а как? Я должна запрыгнуть. О, там пружины были. Ай, нет! Да, я могла спуститься пониже. Так, геймплей на аккуратность, ага. Нормально, да? Подождите. Я не успеваю сосредоточиться. О, эту штуку надо пнуть. На какую кнопку там пинать, напомните? В смысле, ты чего? Ты куда? Как? Как это случилось сейчас? А, так нифига себе, тут вот такое есть, баунс. Я никогда им не пользовалась раньше. О, так я вот так могу, значит, сделать. Она обратно поехала. Вот как здесь высоту набирать. Так. Как здесь правильно? Да куда ты спускаешься? Зачем ты спускаешься? Я забыла, как пинаться. Я не могу никак... Да где бомба-то эта? Ну ладно, окей. Ничего не могу с этим сделать. Вот, получилось. Да убирайте бомбу. Ладно, окей. Блин, что-то Sonic Lost World мне каким-то сложным кажется. Или может быть у меня настрой игры такой в последнее время? Ну, блин. Lost World, ты что такой сложный? Да, не надеясь сейчас эту кнопку, мне было бы сложно понять, что здесь делать дальше. Ладно, меня бы спас Хоумин. Там животные. О, висп. Следуй за нотами. А если мне вот эти чудища не дают следовать за нотами? Да куда ты падаешь-то вниз? Ты зачем туда падаешь? Да что это было сейчас? Так, этот уровень доставляет мне какие-то неудобства почему-то. Потому что эти куча призраков, ты не знаешь просто как от них увернуться, чтобы не потерять своего этого. Окей, подождем.
куча призраков и, блин, а мне нужно быстрее, чтобы виск не закончился. Ну вы поняли, да? Так. Так, это реально уже далеко не первый уровень, поэтому он уже имеет какую-то сложность. Чтобы вы не говорили о том, что Слив это казуальная игра. Ну такое себе, не такая уж она и казуальная. Подождите, подождите. Как его активировать? Ага, вот здесь. И что делать-то? Я же сейчас умру нахрен. Нахрена мне этот виск здесь вообще нужен тогда? Так, давайте, ладно, терпение. У меня сейчас жизнь уже закончится, потому что вот в каждом уровне Сливи я должна терять жизнь. Вот вам и казуальная игра. Может, со мной что-то не так, и 3D Соники вообще не для меня. В том числе и вот этот, как бы, 2D Соник, в котором физика далеко не такая, как в Сониках. Не, ну как бы я хорошо в Соников играю. Можно просто подождать здесь, пока он закончится, а? Не упади, пожалуйста. Очень странный визг. Кажется, я уже говорила, что визг достаточно странный. Внезапно 3D геймплей! Мы съезжаем с какой-то горки. Это было так неожиданно, что я сразу же проиграла. Окей. По-моему, у меня жизнь заканчивается. Не успела увидеть, сколько у меня там жизней. Вы что делаете на одном уровне два разных геймплея? А это, ну, встречалось, по-моему, уже. Ой. Боль. Он не рвется быстро. Тут нужно подгадывать такой тайминг, чтобы грамотно и аккуратненько здесь спуститься, да. Класс. Слив. Зачем ты меня удивляешь постоянно? Нет бы вся игра была скучная и одинаковая. Вот почему вы говорите, например, что Слив это скучная игра, например? Не, она нифига не скучная. Она может быть казуальной, там, или слишком сложной. Она может быть слишком детской. Она может иметь неудовлетворяющий вас сюжет. Но игра, она не скучная. Ну, блин, четверку пропустила. Какая жалость. Так. Кажется, мне здесь нужно аккуратно спуститься. Ну вот соберу я эту тройку. Что, если я четверку уже пропустила? Ладно, пофиг. Единичка. Там. Как я ее должна была доставать? Меняется геймплей. И уровень достаточно тревожный. Чувствуется, что сейчас что-то серьезное будет. И снова мы едем на заднице с горки. Но теперь уже в другую сторону. Камера. Теперь мы уже должны уворачиваться от того, что летит нам в спину. Кактус из десертных руин из самого первого уровня. Привет, десертные руины! Привет, упоротый кактус. В смысле? А как я должна была понять, что делать? Вообще-то у меня уже заканчивается жизнь, и мне очень долго придется перепроходить заново. Да что ты там мне втираешь? Я знаю, сейчас битва с Завоком будет, походу. Ай, нет, только не так! Еще попытка. Еще попыточка. Кажется, сейчас крылышко будет. Обычно при последней попытке для детей есть крылышко. Аккуратно. Да, уйдите. Я поняла. Ну да, я сразу поняла, что мне надо туда. Она ломается со временем. Game over. Game over. А давайте я каждый уровень буду начинать с 9 жизнями. Может, я сейчас просто попробую звездочку достать? Да я не знаю где, куда, как. Я не понимаю. Я хочу ее. Прыжок просто не работает второй раз. Если ты падаешь. Вообще-то мне жизни нужно оставить на будущее. Так, может, теперь я цифры по порядку соберу? Ну ты же не заденешь меня, да? Просто позвольте мне здесь упасть. Я хочу туда! Нет, я хочу двойку! Я хочу двойку!
наверное, единицу тоже... А, ну я поняла, как единицу достать. Ну, ладно. Потеряно. Потрачено. Вот мы снова съезжаем на заднице. Сливаемся! Фига себе, что так быстро? У меня ноль колец вообще-то. Сразу бегом вот сюда и поехали дальше. А как мне от тебя уворачиваться? Ого, зато красную звездочку собрала. Он меня напугал. Быстро, 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 быстро. Ой, я могла там. Там жизнь. Могла там спуститься. Но туда еще успеть надо, кстати. Да, эй, а так как это произошло? Меня укусили, и все, с управлением не справился Соник. Бедная сониковская задница. Ой, да какие там философские речи про лорда Зетти у нас. Красный властелин, блин. Я могу в следующий раз попробовать собрать жизнь тогда. Здесь красная звездочка. Alright. Вдруг успею, вдруг успею, вдруг успею, вдруг успею, вдруг успею. Да. Еще из запаса целая одна секунда осталась. Вообще-то у меня мало жизней. Допрыгалась там, пытаясь красную звездочку достать. Кольца. Ну почему они не съезжают за мной? А... Блин, мне нужно было ничего не делать, чтобы пройти. Они напугали меня. Так, надеюсь, я не вылечу, если буду просто мирно и тихо ехать по краешку, а? 8 жизней. Не все так плохо. А ценность жизни в этой игре для меня заключается в том, что я просто для понтов не хочу проходить с континиумами. Так, ничего не делать, ничего не делать. Фуф. О, здрасте. И снова 2D геймплей у нас. И снова у нас Марио немножечко, кстати. Мельница из Марио, точно. Ой, я их не заметила. Вот, вот вы говорите, что это Марио все такое. А ваш Марио умеет делать хоуминг-атаку? Нет? Значит, это не Марио. Все. Там жизнь. Но я боюсь, что я не смогу ее достать. Это очень сложно. Я не буду лишний раз рисковать. Это все-таки жизнь. Собирая которую, мы вообще-то можем потерять еще больше жизней. Прыжок. Колокольчик только временный. Блин. Я уже потеряла его. А может успею? А может успею? Прошу тебя, колокольчик. Подожди меня. Я следую за тобой. Не буду собирать животных. Если у меня будет нехватка животных, то я что-нибудь другое придумаю. Но только не этот уровень. Есть некоторые уровни, в которых много животных. Так, окей. Колокольчик. Я все-таки рискну. Ну куда я рискнула? Ну зачем я рискнула? Прыжка нету второго. Двойной прыжок не работает, когда ты падаешь. А хоуминг? Хоуминг предал меня. Что-то пошло не так, если честно. Ладно, давайте успокоимся уже с этим всем. Так, я должна пролезть, иначе я просто упаду в пропасть. Ага. Может, пошла на этот колокольчик? Я уверена, что за колокольчик мне дают красную звезду там. Давайте, колокольчик мне сюда. Физика здесь, правда, достаточно тугая. Для 2D геймплея. Верните сониковскую физику из классики. Вот как правильно делать. А почему он не зацепился? Ну почему он не зацепился? Как это работает? Миллиметра не хватило, что ли, мне? Физика в сливе. Мне нравится слив, мне нравится, как он сделан. Ярко, интересно играть, но, блин, разнообразие. Но вот физика — это минус. Это я с самого первого уровня говорила, что физика вот эта вот, именно в 2D геймплее, она ужасна. Тяжело. К этому нужно привыкать.
что я сделала вообще сейчас? Давайте сейчас скажите, что я сейчас все жизни здесь потеряю. Это что, самое сложное место в игре или что? Что здесь такого вообще? Это сложный платформинг. Может, жизнь там как-нибудь достать, а? Я боюсь, что я не смогу ее там достать. Колокольчик исчез, ну и ладно. Ну и хорошо, ну и пожалуйста. Хоть не буду за этим колокольчиком пытаться прыгать, потому что постоянно подыхаю там. Да, и за животными. Все, стоим, тихо, спокойно. Очень тяжелый платформинг. Чекпоинт, ура! Так, висп нужен мне. Но пока здесь я не вижу мелодии. Но пока что я не вижу причины его сразу же использовать. А, так тут полно музыки. И там что-то большое и страшное. Может, ты кончишься уже, а? Не, мне не нравится этот висп, потому что он какой-то тупой, что ли, бессмысленный. Даже лейзер с самого начала игры, и то он намного как-то нужнее. Да блин, как подниматься? Я чего-то не понимаю, реально. А, он типа сам поднимается вот так чуть-чуть. Быстрей. 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 Да. Хорошо, окей, там что-то есть. А. Да, выглядит опасно. Там, по-моему, то ли красная звездочка, то ли что было, я уже забыла. Я уже просмотрела. Фуф. Привет! Здравствуйте! Добрый день! А почему я здесь не могу за край экрана уйти, как в Марио? Что с ним? Так, сколько раз и как его надо ударить? Может, его пнуть надо? Пендель еще никому не мешал. Нет, я сначала колечки соберу. Ладно, давайте разбираться. Он выглядит очень серьезным. Давайте пнем его. А, так, пнуть, а потом хоумингом. Угу. Вот так вот, все, разобралась. Нужно просто смотреть, какой прицел появляется. Ну что, атакуешь? Атакует он достаточно медленно. Что делает игру легче. Кольцо. Так. Два удара есть. Давай, 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 давай. Давай как в Sonic Forces. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Бежит куда-то еще. Какой у него красивый хвост. Нет! Он убегает. Медленненько так чапает. Забавный. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Нет? А как выворачиваться? Блин, его пнуть надо. Пинка, потом хоумингом. Да блин, я не ту кнопку нажимаю. Ну все, он меня растоптал. Вы посмотрите, этот босс реально серьезный. Он какой-то сложный. Клево. Нужна аккуратность какая-то. Нужно через эту физику прыгать. Нужно правильно использовать атаки вот так вот по очереди. Это последний из этих, которого я бью. Следующим боссом будет, по-моему, уже сам доктор Эггман. Так, да? Если я не ошибаюсь, по крайней мере. Серьезно выглядит. Давай, давай, давай. Ну долго ты там будешь разминаться еще. Турникмен красный. Ау-ау-ау. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. В смысле не надо? Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Ау-ау-ау. Кольца есть у меня? Хм. Что надо делать-то? Так-так. Так-так. Да его можно избить.
почапал дальше. А вот это нечестно. А вот это еще раз нечестно. Фига себе, он злится. Что ты делаешь? Встал в защиту, значит, можно бить. Два раза. Еще раз? Да тебе сколько надо? Какой он серьезный. Ну, блин, у него голос прикольный здесь. Так, он меня убьет сейчас вообще-то. Что он делает? Нет, я не знаю, как от этого уворачиваться. Нет, что поделать. Нет, это серьезный босс. Это реально серьезный босс. Вон как долго мне нужно терпеть там без колец. Долгий. Да-да, давай разминай свои кулачечки. Как будто фаербол пустил меня. Да в смысле? Я могу его несколько раз здесь ударить, я знаю. Нет? Что это за поза? Ай, куда почапал прям сквозь меня, ну? Уах! Хвостик такой, хвостик у него голубенький, из волос который. Так, прицел можете дать мне, пожалуйста, ну? Я не знаю, как здесь уворачиваться от всего этого. Я не вижу там просветов никаких. Старайся его заражить. Если я вижу, что я, ну, как бы, то есть, если я не вижу, как увернуться, то я начинаю рашить обычно. Эй, я в эту детскую игру играю, чтобы деградировать вообще-то, а не чтобы думать, как босса бить. Чоп-ч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 оп. Да мы вместе пойдем с тобой. Ладно, не пойдем. Или столь надо как-то между ними стоять. Ну да. Так и есть, как бы. Просто немножечко поаккуратнее. Ну что, побежали, нет? Своего дракона всего на части разломал. Угу, опять махач, да, рукопашный? Ой. Страшно-страшно, давай. Вы посмотрите, какой комплексный босс. Сколько раз я его уже ударила. Недаром это лидер Зетти. Все кольца пособирала, блин. Да-да, умница. Так, прицел дайте. Хорошо, что здесь это все правильно работает. Не так, как на этих пауках. Да, я думала, перепрыгну его. Нет! Да как, блин? Дайте пройти. Дай пройти. И теперь я должна его, кажется, скинуть вниз. В смысле не получилось? Да нет, вроде бы пинком надо его. Ну, так же, как и раньше, собственно. Ау-ау-ау-ау-ау. Я не понимаю, что мне показывают эти прицелы. Какие-то много раз там прям показывают. Так я вот так вот бью двумя атаками. Где прицел, лол? Окей. Растеряла все кольца, все. Какой сложный босс. Мне то ли нужно его уронить с края. Я не понимаю, как его бить. Пинок не сработал тогда. Обычная атака тоже не работает. Мне показывают комплексный прицел из кучи колец. И я еще не могу понять, что это значит. Два пинка или что?
Вот, вот здесь вот нужно его как-то сбросить. Я делаю пинок и не срабатывает. Обычно так и тоже не срабатывает. А чего он хочет-то от меня, не могу понять. Так, и что, застряну на боссе только потому, что я не понимаю сигналов игры, что ли? Так, что делать-то? Обычно так и он не бьется. Пинком он тоже не бьется. Что делать-то? Вообще ничего не прокатило. Он не бьется. Почему? Что нужно делать? Почему не работает опять что-то? Может, я на самом деле такая тупая, что я реально не понимаю, как любить, потому что я перепробовала обе атаки, и ни одна не работает. Да, босс реально непростой. Да как я не могу перепрыгнуть его, ну? Непростой, ну, в смысле, ну, сравните его с остальными боссами в Сливе и... Ну, блин, несколько стадий. Фига себе, ты сложный завок, ты чё такой... Сложный. Фуф. Вот как нужно было его проходить. Просто стоишь и бьёшь, да. И надеешься, что сработает. Ой, какой кошмар, а. Это действительно босс, который меня удивил. Потому что он какой-то сложный, какой-то долгий. И у него несколько стадий. Но нет, он быстро проходится, но сначала нужно разобраться, что он делает. Это будет посложнее этих боссов, которые с двух щелбанов просто с закрытыми глазами убиваются. Правильно же? Да. А уровень, конечно же, прикольный. Какого только геймплея мне сюда не завезли.